В современном развивающемся мире биоулучшения организма повсеместны. Невероятный масштаб трагедии потряс местные власти. В регионе бушуют суперштормы, препятствуя помощи. Это тяжелые времена. И наше будущее зависит от наших решений. С ростом населения по всему миру появляются мегагорода. Экстремальные условия вызвали массовое бегство местных жителей. Базы Союза в боевой готовности с самого утра. Энергетическая воздушная оборона тут же нейтрализовала атаку. Сегодня произошла новая кровопролитная стычка между протестующими и местными войсками. Нет сомнений, это новая холодная война. Мы не всегда видим своих врагов, но они всегда где-то рядом. Меня зовут Джейкоб Хендрикс, ваш новый командир. Это премьер-министр Египта Саид. 2 дня назад нильцы взяли его в заложники. После восстания в Каире они захотят его казнить. Показательно. Мы этого не допустим. На будущее. И если что не так, вас никогда не было. Нильцы скоро будут здесь. У нас примерно минута на то, чтобы отвлечь их. Башня, убрать все движение с полосы 1-9. Вас понял. Перебрасываю на полосу 1-1. Груз 4019. Возгорание топлива на полосе 1-9. Посадка на полосу 1-1. Подтвердите. Эй, почему заперся? Подтверждаю. Иду на полосу 1-1. Вот, так. Окей, хакерский модуль готов. Калибрую систему цель указания Нева. Вот и гости. Нева, ручной ввод. Выберите цель. Ввод подтвержден. Параметры цели приняты. Это 4019. В чем дело? У нас все в порядке. Может, сбой на вашей стороне? Огонь! Живо! Стреляю! Нева, атакует цель. Огонь! Откройте дверь! Вот черт! Ложись! Покончим с этим! Тейлор, диверсия началась, птичка подбита. Так точно. Турели уходят, чтобы среагировать на крушение. Двигайтесь к цели, захватите его раньше, чем расколется. Или сломается. Сделаем. До скорой встречи. Аминь. Пока они заняты упавшим самолетом, мы вполне сможем проскочить. Ну, если ни с кем не придется говорить. Так что держи пасть на замке. Защитная станция на той стороне в туннелях. Доберемся туда и точно определим, где находится министр. Не теряем голову. До тех пор, пока мы не начнем захват. Я за тобой. Черт, не высовывайся.
приближаемся к охраняемым помещениям. Прием. Слышу тебя, Хендрикс. Давай уже разберемся с этим. Готов, жду тебя. Чертова сирена. Подключаемся. Надо узнать, где министр. Тейлор, сканируем лица. Ждем окончательных результатов. Еще заложники. Я-то думал, тут только министр. Я тоже. Бедные сукины дети. Нильцы известны своей жестокостью. Тейлор, ты знал про других заключенных? Нас интересует только министр. Принято. Глянь ту передачу. Мы что, оставим их здесь, чтобы их пытали? У нас свои задачи. Ничего. А вот и он, министр. Его перемещают. Нам нужно узнать, куда его переводят. Есть. Есть совпадение. Движемся в укрытие. Время? 2 минуты. 2 минуты. Я засекаю. Твою мать, ну ты и зануда. Ты прям глаз опыта и мудрости. Поверь, так и есть. Пулеметчик сверху! Камеры прямо по курсу. За мной. Тебе наблюдатели. Дознаватель стоит спиной к двери. Два охранника внутри, расслабленные. Ты жалкий труп. По моему сигналу. 3, 2, вперед! Мы вытащим тебя отсюда. Делай, как я говорю, и все получится. Но как же лейтенант Халиль и остальные? Извини, нет времени. Халиль был героем каирского восстания. Он станет очень ценным инструментом для их пропаганды. Из него сделают отличный символ. Черт! Ладно, пошли! Вот этот. К двери, я прикрою. Министр. Халиль. Хендрикс. Готов драться, Халиль? Всегда. Мы заберем оружие из того шкафа и перепрограммируем его под тебя. Кажется, они нас засекли. Валим! Тейлор, цель +1. Освобождены! +1? Было приказано освободить только министра. Это лейтенант Зият Халиль.
Слышал про такого? Не тормозите. Разберемся наверху. Нас будут встречать на следующем посту. Приготовиться. К ангару. Надо разделаться с линзами, чтобы попасть наверх. Быстрее! К лифту! Быстро! Согласимся, и нам крышка. Поверь, откажемся, и нам крышка. Бросайте. Наш вперед. Опоздали. Твои воображаемые часы спешат. Рад тебя видеть, Джейкоб. И я тебя, Джон. Смотрю, ты изменился. Ты еще с Рэйчел? Ничего не вышло. Жалко. Свежая кровь? Позаботишься о нем так же, как обо мне? Это не смешно. Мы успеваем к эвакуации. Заряд готов. Готово, эвакуация через 10. Диас, ты будешь за няньку. Зажжем. Держитесь рядом. Оружие только царапает эти БТРы! Нужно сбить этот самолет! Целься в ракеты! БТР вышел из строя! Диас, я на месте.
Понял. Хендрикс, Вол встречает нас на другой стороне ангара. Держитесь, ясно? Та машина моя. Прикройте огнем. К мосту. Я их задержу. Выход впереди. Прорывайтесь к мосту. Маретти подхватит вас. Точка выхода сразу после моста. Они все равно у нас на хвосте. Мы расставили заряды по всей базе, чтобы прикрыть отступление. Взорвем их, когда перейдем мост. За нами никого. Граната пошла! Кидаю осколок. Бронемашины между нами и точкой выхода. Мост прямо впереди. Двигаемся. Подключаемся к электросети здания. Внимание, у нас противник в связной рубке. Выруби свет! Что? Думаешь, мы можем сражаться в темноте? Что-то типа того. Данные на ваш интерфейс. Напоминаю, у них нет ночного видения. Стреляйте их по одному. Используйте свое преимущество. Отключаю тактические данные. Что теперь? СВПП окружают нас! Полегче, не стреляйте, он мой! Тейлор, команда Альфа-2 присоединяется к эвакуации! Просто как два пальца, а, Тейлор? Эвакуация из спутниковой башни. Мы пришлем транспорт и заберем вас. Ты мне не ответил, Джон. Держитесь. Дополнительный путь прямо впереди. Если слышишь всякое, это ты себе пальцем заразу в ухо занес. Эй, пошел ты! Заткнись! Я тоже слышу. Прислушайтесь. Охренеть!
Враг! Вижу врага! Роботы-штурмовики идут на нас! Чёртова туча их! Нужно открыть эту дверь быстро! Играйте нас огнем! Где внутрь? Пошли, пошли! К точке выхода! Мы разберемся с роботами! Тейлор, у нас чисто, можем выбираться. Те другие заключенные, их можно освободить. У нас нет задания спасать их. Задания их спасать может и нет, но они все еще люди. Или ты уже совсем забыл, каково это? Хорошо, план меняется. Хендрикс. Твоя команда сопровождает министра к точке выхода из окружения. Мы вернемся и освободим заключенных. Новые роботы. Ах, мы о них позаботимся. Давайте выбирайтесь отсюда. Давайте, быстрее, пошли! Я у руля! Турель твоя! Готовность! К нам приближается хренова туча роботов! Стреляй по СВВП! Придется идти в обход! Держимся! ПТР справа! Смени цели! Охеренный выстрел! СВВП на подходе! Сменить цели! Твою мать! Гребаная корыта заглохла! Держимся! Хендрикс, запусти эту гребаную херню! А что ты, мать твою, думаешь, я делаю? Давай, заводись, падла! Сдерживайте их! Этот кусок говна еще не сдох! Ah!
Все будет в порядке. Просто держись. Держись.